Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так что у нас тут за награды: зимние шины, амортизаторы и колесный ускоритель. Новые задания. Так, выиграйте 6 гонок, проехать в шахтах, это мы уберем. И маневр на ККМке, 500 метров, маневры. Плюс бесплатный сундук здесь. Магнит, ускоритель, фляг. Так, секундочку. Так, всем привет. Всем привет, всем привет. Всем привет, привет, приветик. Нет соревнований, почему нет соревнований, ребят? Заходите позже. Ладно, зайдем позже. Ну что, сегодня я буду, наверное, брать 10 тысяч кубков. Наверное, если я возьму. А я думаю, что я возьму. А если не возьму, то плохо будет. Возьму вот такого робота в шляпе. Так, а поеду я вначале, ну, для разминочки, как всегда, ребят, на раллийном авто. Проехать через что? Через что? Незаконченное предложение, ребята. Проехать через. Так, слушай, мне не нравится, что сзади вот эта барахолка едет за мной. Это суперкар. Но, видишь, все нормально. У нас мало того, что у нас нет крыши, так у нас еще чувак. У него железно-чугунная голова. У него она как крыша работает, дополнительная, понимаешь? Ее фиг пробьешь. Ауч. Ну, вот, ребятушки, из-за такой вот билиберды. Не, я поеду вниз. Хе-хей. Я четче прыгнул, согласись. Я четче прыгнул, чем тот охламон. И, соответственно, я заслужил первое место. Пускай он курит бамбук. Ну, а у нас последняя гоночка. А у нас последняя гоночка. Так, тихо, тихо, разошлись, шпана. Ё-моё, я сказал, куда ты лезешь, Адель? Блин, у меня немножко не вовремя, ребята, турбо сработало. Вот это, наверное, зря было сделано, если честно. Хотя нет, не зря. Ух, напряга, напряга была самая, что ни на есть. Что тут еще сундук у нас какой-то? Магнит ускорить, да едите вы в баню. Привет, так, Элли Вул, Элли Вул, здорово, Элли Вул. Так, у нас тут результаты, наконец-то результаты прогрузились. Так, мы выиграли опять, ребят, с большим отрывом. И Гелифиш опять на первом месте у нас. Гелик опять на первом месте, поздравляю я его, он уже... По-моему, один раз я только... Я только один раз его не видел, чтобы он там занимал первое место. Ну что, у нас сахарная пустыня. Попробуем здесь то же самое, ребят. Хорошо всех обогнать. Блин, я, наверное, зря поверху, да ладно, в принципе, какая разница. Поверху, понизу. Е. Yeah. Слушай, ну тут быстро я. Просто пулей. Так, а тут у нас Ники, оказывается. А Ники-то у нас едет на байке, ребята. На байке, так еще и с крылышками. Смотри, я круто перелетел кактус. Нет, я прям на них приземлился, но байкер однозначно там вляпался. Вляпался, я даже не вижу его. Где он? Ну где он? Короче, он... Да, ребят, он, походу, отдуплился. Он, походу, на кактусы напоролся, и все. А ты видел, что если на кактус напоролся, именно на байке, то... Голова кирдык. Как ты? ККМ-ка, ты как так делаешь, а? Ой-ой-ой. Ну-ка, не расслабляемся, ребята. Е. Все прекрасно видел, я 6 гонок еще к тому же выиграл. Забираю еще и награду, ко всему прочему. Так, немножечко денег, немножечко магнитов. Так, мне 81 тысяча, команда. Так, а когда оно будет, о, круто. Завтра, наверное. Сегодня уже вряд ли. Хотя, да фиг знает, ребят, как разрендерится. Если все быстро рендеринг пройдет, то, конечно, сегодня уже попробую выставить.
О, гелифиш. Так, ну что, ребята, у нас сельский кубок. Давай мы его, наверное, попробуем проехаться уже на... Ну, на байке, я думаю. Будет, наверное, неплохо. Я, конечно, не совсем уверен. Но посмотрим. Фух! Ты что, гели? Ты смотри, смотри, что происходит. Вопрос. Как так можно пролететь? Ты хочешь сказать, что вот это вот супер говно, байк вот этот вшивый, быстрее, чем мой байк едет? Я не поверю. Если он только, как, конечно, каким-то образом не разогнался там. Я не знаю, там на чем-то можно разогнаться. Фиг его знает. Но вот здесь почему-то он вообще третьим. Я не знаю. Очень много, ребята, здесь таких, как тебе сказать, таких фишек, ну, как бы сказать, от которых много чего зависит. Воу! Ну, тут, конечно, глупо было. Вот, вот тут было глупо, ребят, так вляпаться. А вон и 10 тысяч кубков. Ребята, трасса Билла. Я попробую трассу Билла проехать вот на этой нашей, на суперкаре. Я просто хочу проверить. Оу, щет. Ну, ралли на авто, ребята, понятно. Это универсал, поэтому ему пофиг, да, тут на все эти спуски, подъемы, он... А чё, ну у него там, я видел, что у него сработала турбо, но, видимо, у него оно очень плохо прокачано, поэтому как бы не особо мощно оно у него дало ему разгон, скажем так. Я вот здесь вот немножко сброшу скорость, с вашего позволения. Угу, да, отлично, пока идет хорошо. Ну вот, вот он, гад, сзади. Мне повезло, что я немножко за счет, ребята, нашего нитро подал газку и был таков. А вот здесь я, конечно, лопушка-то подогнал, да, ребята. Опять дикей здесь, кстати, присутствует. Он часто где мне попадается в гонках. Давай, 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 наяривай, гитара семиструнная. Ведь ночь такая лунная. Нифига, смотри, смотри, смотри. Фура разогналась, следом этот багги там наяривает. А в итоге-то что? В итоге-то лопушки они остались. А если что, что? Если что, настоящий... А, я, если что, настоящий привет. Отлот. Отлот был копией, да? Отлот был копией. Ну что, ребят, я думаю, что здесь можно нам немножко подурачиться. Возьму супер-дизелек. На аллигаторах, конечно, не особо хотелось бы дурачиться-то. Давай по чесноку скажем. Блин, дурак, чертов бомжара. На такой скорости надо было вот вниз типа приземлиться, блин, дурик, блин, банановый. Ну давай уже этого Димаса-то хоть накажем, блин. Я понял, у меня... Такое ощущение, что у меня как будто крылья стоят, ребят. Я так медленно... Точнее, так долго плавно приземляюсь. Я понизу. Ну это что еще... Пипец, ребята, я офигею с этого дебильной, с этой дебильной игры, блин. Застрял в крокодилах, ну это, ну... Ну ты где-нибудь такое видел, чтобы, блин, застрять в крокодилах, блин, колесами? А, это тупизм полной категории, ребят.
Как специально мне вот это вот застрять колесами. Никто, наверное, никогда не застревал. Рэй, нате, пожалуйста. Знаешь, мне надо эти снимать видосы, самые нелепые моменты в играх, блин. Застрять в крокодиловых колесах. Ну, ё-моё, ну. Точнее, что я сказал? Застрять в крокодиловых колесах? Застрять колесами в крокодилах. Блин, пипец. Это вот я тебе сейчас говорю, что благо они сделали после обновы, что тебя не откидывают назад. Фига он. Дизелек, ты че, нифига он там проехал, ты видел? Да нафига мне нужно вот... Ребят, знакомая картина. Почему знакомая? Потому что мы с тобой вот так же недавно застряли на крокодилах. Точно так же. Только я дал назад и от этого отдуплился. Да ты посмотри, ну как он может лететь с такой скоростью-то? Я не пойму вот этого, хоть ты тут что делай? Ну как? Это же нереально, ребят. С той скоростью, что он летит? Ну монетный ускоритель, ну и что? Ну если у него там охрененно, конечно, он прокачан, то может быть. За счет монетного ускорителя, да, может быть, ребят. То есть просто берет акцент на скорость и все. Потому что другого варианта я не вижу. Вон, смотри, видишь? Да, но тут я его обогнал. И по итогу первое место. Угу. Так, что там? А что? Да плагиат. Ну все ок. Вот я ненавижу, ребят, когда плагиаты тут делаются. Плагиаты — это когда берут чужой никнейм и под ним играет. Смысл? Не понимаю. Тебе что-то какое-то преимущество-то дает или что? Не знаю, в чем прикол, но... Я, наоборот, лично люблю, когда я индивидуально. Я не люблю, чтобы мой ник, например, кто-то повторял. Или у кого-то он повторялся. А брать чужие никнеймы... Ну, дети, что сделаешь? Детишки. Маленькие детишки. Вау, сейчас было вообще круто. Ты видел, как прокатился, просочился? Крыша в одну сторону. Шапка в другую. Или это не шапка? Нет, это шапка, ребят. Летим дальше, чем видим. Ой, замечтался, ребята. А тут два этих, как они звать? Скажи, я скажу. Маслкара, да? Так они величаются? Вообще никак не могу. Маслкар. А что вы сбросили скорость-то, ребятушки? Надо бы втапливать. Вот как я надо было ехать. И все было бы четенько у вас. Но они не захотели. Поэтому никогда первые места у них не будут. А я все приближаюсь. Спасибо за перевод. Ага. Оказывается, мы неправильно. Марсиона. Уже как не называли. И вот я смотрел вот их. Как они? В комментариях. Как только не называли, а? Вот теперь еще и Марсион, ребят. Я стал. Вот это было, конечно. Вот сейчас было тупо. Почему я не запрыгнул, ума не приложу. Не знаю, что там произошло. А у нас что, тут одна гонка, что ли, я не могу понять. Эх, лихач. Не дано тебе. Что-то плохо он как-то на лихаче здесь сыграл, если честно. Ага, тут два спорткара. Лихач. Давай, заезжай. Отлично.
Я вот заметил, мы всегда с тобой залетаем на эту штуку, на полочку. Так, я второе место занял. Кубок Штормрайдера. Поехали. Что-то, ребята, голос охрип. Я не знаю, уже третий день. Что-то мне как-то... Вроде не орал. Рэп. Стоп. Все. Все, ребят. На этой скорости, если врезаешься, шансов выжить практически нету. И тут только повезет тебе, знаешь что, если в этот момент эта голова, ну, дракона, опускается вниз. Вот именно опускается вниз, не поднимается, а опускается. В этом случае, да, ты можешь еще попасть как надо. А когда она... А когда она поднимается, и ты в этот момент прыгаешь, ты как бы врезаешься и переворачиваешься. Ну, тут... Я думаю, и так всем было ясно и понятно, да? Так же, как вот этот вот водопад несчастный, который мне сейчас вот... Ну, вот нафига вот он нужен был, а? О, смотри, 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 смотри. Чувак на попрыгушках прыгает. Начинает разгоняться, но что-то у него не получается. Но он разгонится, ребят, сейчас разгонится. О! А вот здесь его, кстати, очень хорошо подловило. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у меня 5. Ну, второе место мое. Да и то, блин, если бы я бы выиграл, у нас было бы первое место, потому что в первой гонке я, к сожалению, сфейлился. Да как ты, хмырь болотный, блин, на этих... Я не пойму, как ты можешь круче-то ехать? Круче, чем папа. Как-то выжимает, догоняет еще. Вначале сравнивается, потом еще обгоняет. Как? Что у тебя там срабатывает? Супер моторчик в очке у тебя работает, я не знаю. Блин, ну надо было немножко потерять скорость, а? Ну почему буст-то не сработал? Когда вот надо, чтобы он сработал, ну ни хрена, ребят, не работает. Ты его ждешь, как манна небесная. А он нифига. По барабану он хотел срабатывать. Нормально, тут... Все отлично, здесь хорошо, ребят, едем. Ух. Ну прям the best. Прям the best я прокатился. Все, первое место мое. Что-то забуксовался там, ё-моё. Опа, ускоритель, это у нас идет на muscle car, да? Я всегда Моррисона читал. Ага, я пошел всем. Рывка, сыграй. Сыграй, если не забуду. Так, поехали, горный кубок. Горный кубок. Ну, ребят, не буду менять тачку. Ой, блин, какая-то... Ха-ха-ха, чувак, я тебя поздравляю. У него не хватило силенок, ребят. Он на подъеме, короче, распластался. Very good. Он просто на подъем встал, все, ребята. У него не хватило мощей подняться на подъеме на этом. Поэтому мы будем аккуратненько вот так вот ехать. Ну, баги-то здесь, конечно, немножко с подручным, потому что она у него на подъемах нормально работает. Но мы... Блин, фига, у меня спина мокрая, ё-моё, у меня прям...
Ребят, вообще сырющая спина. А что она сырая-то такая? Вроде... Вроде я бы не сказал, что так жарко. Может, от нервов? От нервов, ребята, потника ловим, а? О, смотри, 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 смотри. Видишь, летит. Летит ущербный, ребята. Я вниз. Ну, понятно тут. А, он... Дрищ. Забытые шоссе. Я, наверное, опять, ребят, поеду на... Суперкаре. А, суперкар, мой суперкар. Ой! Ну и что это было? Это была беда бы сейчас, ребята, на самом деле бы. Ой, какая беда была бы. В плане еще лофуил. Эй! Не надо вот этого делать мне, лофуил. Горючку есть. Ну давай, да не просыты, блин, как тягомотина. Я доехал. Я доехал, друзья. Ух, тут была еще одна гонка к тому же. По красоте. Это было красиво. Так, кубок путешествия. Ну что, я, наверное, возьму здесь... Давай попробуем. Ой, какая же ты. Да почему она не едет, ребят? То есть она едет, но как-то, как-то, даже не знаю, как сказать. Крылья что-то не особо срабатывают хорошо. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ну-ка, успел. Нет, что-то она... Я даже не знаю, как это назвать. Она едет, но... Ей надо все пересчитать, понимаешь? О, ну что это такое, ребят? Может быть, я там зря все-таки отключил эту фигню? Как она там называется-то? Эй, даже ускоряху не взял. Не, вот если ей крылья прокачать, мне кажется, будет топово. Потому что она, ну, летит она хорошо. Я бы даже сказал, чересчур хорошо, потому что... Вау. Смотри, смотри, смотри. Видел? Вот и все. На этих гонках, конечно, она летит божественно. Тут не поспоришь. Слушай, Гран-при каньон, а что себе на ней попробую, а? Мне что-то кажется, что это дурацкая идея была. Тут такая трасса, но... Я думаю, ты понял, какая тут трасса. И вниз головой это, конечно, не самый лучший... Ну, что ты там? Чик-чик-чик-чик-чик. Какому-то мотороллеру уступил. Да потому что мы даже не долетели до этой катапульты, которая должна была меня толкнуть, понимаешь? Да приземляйся ты, как он долго, ребята, в воздухе-то, а? Корячится. Не врежься, не вздумай врезаться только мне. Очень долго, блин, приземляется. Ну? А, блин, это только вторая гонка была. Ну давай третью.
Один балл мы пока проигрываем. То есть должно быть 3 из 3, а у нас 2 из 3. Вот я вот про это говорю, тут надо аккуратно, ребят. Да чё ж ты не задел-то, блин, горючее-то надо было задевать, парень. Вот тут-то давай не пропустим, а то... Все, теперь можешь лететь. Не стал, ребят, там наверх лезть, ну и он нафиг. Так, поедем. Все. О, аж шея затекла. Угу. Вот, кубок Сумрачной долины, ребят. Ну, на кубке Сумрачной долины мы ездим только вот на этой машине. Так, подожди. Смотри, маслкар просто не уступает, ребят. Ну, шикардосик. Здесь мы его сделали. Так, вторая гонка. Так, вторая гонка я не помню, а вот третья у нас будет уже. Это костырь. Это костырь, оказывается, едет. Ты знал костыря, нет? Так вот знай. Да ёпрст ты, ну. Фуфлышку-то не гони, блин. Есть. Вот это было классно. Я прям, ребята, забрал у них победу. Вырвал ее зубами из их вонючих ртов. Вот это не надо было, конечно, делать. Ну, с одной стороны, ребята, не надо было делать. А с другой стороны, надо было. Почему? Потому что без вот этой штуки, как она называется, без крыши, я еду намного быстрее. Смотри. Деремся тут, блин. Какой-то дуст. Лес. Оу, друзья мои, а у нас босс. На чем поедем-то? Ну давай на... А он на байке. Ай-яй-яй-яй, ребята, он на байке. Ты посмотри. Вообще без шансов догнать ее. Так, ладно, тут 4 гонки, может быть, успеем. Интересно, если я проиграю босса, меня откидывать назад будут или нет? Да ну, ребят, тут даже... Вообще шансов нету, чтобы ее как-то к ней этот. Она как берет на самом начале этот. Вот был сейчас шанс, я его упустил, ребят. Нет, тут не вариант. Вообще не вариант, блин, на этом байке ее догнать, блин. Точнее, на раллийном авто. Да и на байке, если бы я ехал, я бы ее тоже не догнал. А, у нее еще ускоритель, ё-моё. Вот почему она отрывается от меня так быстро. Она начинает на ускорителе, ребят, ехать. Но одна победа — это не в счет. Опа, назад-то не откидывает. Все. Че там? Теперь маслкар. Ядрен матрен. С магнитом. Так она мало того, что с магнитом, она еще и с этим. С форсажем, друзья мои, шпарит. Юху! Две гонки здесь всего. Слушай, две... А как мы будем... А как мы будем делить? Слушай, ну если ничья, по-моему, я должен выиграть, да?
Сейчас посмотрим. Или она. Я выиграл. Все, ребят. На ничье я выиграл. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Так, теперь командные события попросили меня поиграть, поэтому... Давай. Поеду вот на этой тарантачке. Да давай ты твою налево на этот гондурасинке-то едь нормально. Едь, говорит, нормально. Чё, парень, все? Не хватило его. Чуваку чуть-чуть не хватило до горючего. Видишь как? А мы тише едем, дальше будем. Я его обогнал, прикинь. Вот это изи. Вот это красота. Так, а вот здесь вот я, наверное, возьму, ребята, вот, это, вот такую тачку. А дурак-то там не дурак. Ну, ядрен, Матрён, ну. Кстати, какая-то трасса новая, если честно. Ёк-макарёк. А чё это они пустые-то? Ну если заехал, ну давай тогда уже, блин, ну вафельник, блин. Все, все. Этот Шерон, ребят, какой-то невезучий. Невезучий парень, я тебе скажу. И круто, что что у меня гонки идут именно с этим охламоном. Опять Шерон, нет? Фига тут. И он умудрился заехать. Вы серьезно? Я не поверю, ребята, чтобы он умудрился заехать на таком крутом. Да как? Тут никакой, тут никакие колеса не выдержат, ребят. Не, какое тут? Все, ребят, я разбился. Какая-то чушь. Какая-то, ребята, чушь. Фух, ну ладушки, все, ребятушки. Я пошел. Я пошел, да. Погоняли сегодня, 10 тысяч кубков взяли. Ну и обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим.